С Гомельской области от молодежной организации у столицу на пярыда дня отправились 10 молодых людей. Яны представляют самые разные сферы, але объединяют их активность и жадание сделать краину лепшей. Сярод их педагоги, специалисты флагманских вытворчастей коммунальной сферы. Уже на подъезде к месту проведения 45-го съезда общественного объединения Белорусского республиканского союза молодежи. Настроение у всех отличное. Конечно же, переживаем за наших кандидатов, делегатов Всебелорусского народного собрания. И Гомельская область готова всех, конечно же, поддержать, оказать мощную поддержку. Гомельская область только вместе и только вперед! Наши делегаты активные, инициативные, и я уверен, что они достойно представят город Гомель во Всебелорусском народном собрании. Термин полномоцтва у делегата Всебелорусского национального сходу складая 5 годов. За гэты час усе рашэння Всебелорусского народного сходу будут обовязковыми для выканання. Яны змогуць адмяняць правовые акты и іншыя рашэння дзяржорганаў и службовых особ. Выключение рашэння судов.